И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. В этом выпуске мы расскажем о биатлонистке Маргарите Васильевой. Российская биатлонистка Маргарита Васильева заявила, что авачинский лыжный марафон получился для нее тяжелым. 27-летняя спортсменка заняла второе место. Она рассказала, что авачинский марафон 60 километров – это была очень тяжелая гонка. Ей сломали палку на 30-м километре, и она уже хотела сойти, но какой-то незнакомец спас ее, дал ей свою палку, палка оказалась выше на 5 сантиметров, и это она чувствовала всю дистанцию. Она также отметила, что опыта в марафонах надо набираться, потому что 50 километров она бежала лидером, и вдруг неожиданно свет потух в глазах. Она не только не могла бороться, но даже ехать не могла, и в итоге финишировала второй. Маргарита была рада, что добежала до финиша и завоевала второе место. Это была самая тяжелая гонка для нее. Она также посоветовала всем пробежать такую дистанцию. Напомним, что в минувшем сезоне Маргарита Васильева заняла 38 место в общем зачете Кубка мира, набрала 155 очков. Она не принимала участия в чемпионате мира в шведском Остерсунде из-за того, что в феврале началось разбирательство, потому что спортсменка пропустила 3 допинг-теста и может быть дисквалифицирована. А нам остается пожелать Маргарите Васильевой успехов. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!